Роботы-суррогаты сочетают в себе долговечность машин с грацией и красотой человеческого тела. Когда большинство людей начало жить посредством своих суррогатных «я», наш мир стал безопаснее. Вы садитесь в кресло подключения и силой своего разума управляете суррогатом, отправляя его в реальный мир. Вы сможете прожить жизнь без ограничений, увидеть то, что видят они, почувствовать то, что чувствуют они, и стать тем, кем вы хотите стать, не покидая уюта собственного дома. Вы сможете прожить жизнь, о которой мечтали, без риска и опасности. Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. 2 человека погибли во время подключения к суррогату. Думаю, что это убийство. Первое за 15 лет. Люди не должны думать, что использование суррогатов опасно. Особенно, если это так. Я хочу понять, как оператора может убить сигнал от своего суррогата. Суррогаты разлетались на кусочки, но ни один оператор не пострадал. В таком случае терпит крах сама идея суррогата. Боже мой, Том! Повезло, что ты выжил. Хорошо, что ты отключен. Сколько вы не выходили в мир без суррогата? Уже не помню. Все по-другому, когда боль реальна. Чего ты хочешь? Мою жену. Я твоя жена. Правда. Мы изменили мир, а ты хочешь все разрушить? Как это прекратить? Никак. Отключайтесь, вам угрожает опасность. Что теперь? Тебе решать.